was the hand of God. Да что ж сегодня за день такой? То сначала какой-то озабоченный детектив хочет поговорить с нами о нашем рождении. То теперь какая-то чокнутая культистка хочет, чтобы Хизер ее вспомнила. И что это за жуткие молитвы? Здесь нет кнопок управления лифтом. Радио. Радио. Какого черта оно упало с потолка? Во всяком случае, это объясняет те помехи, что я слышал раньше. Но оно издает только помехи. Может, оно сломано? Если оно сломано, зачем ты его взяла? Женская интуиция, не иначе. Погружение в кошмар. Not even a kid could believe in this. But when am I going to back up? Ну что ж, побежали. Главное, не останавливайся, Хизер. Прям по заднице. Фух. Давайте глянем хоть карту, что ли. Итак, мы вышли здесь с лифта. Как я и говорил, здесь огромное количество дверей, но большинство из них закрыто. И так как я знаю Silent Hill 3 практически наизусть, то я помню практически все двери, которые открываются. И бегать их все проверять на харде — это плохая на самом деле затея. Итак, мы попадаем, похоже, что в медпункт. К сожалению, на карте никак не подписаны комнаты, как это было раньше. Ну, судя по тому, что здесь мы подобрали ампулу, и здесь вроде как больничная койка, правда, вся в крови. Это похоже на медпункт. И очень странная газета. Не представляется возможным ее как-то прочитать. Снова оно. Когда я смотрю на него, у меня болит голова. Но в то же время он кажется таким знакомым. Я знаю, я забыла что-то действительно важное. Но у меня также есть чувство, что мне лучше не вспоминать это. Да, по названию сейва, это и есть палата первой помощи. Ну что ж. Так, кажется, я побежал не туда. У нас есть мясо. Возможно, это поможет нам немножечко оторваться от собак и проверить несколько дверей.
Похоже, эта собака чем-то занята поеданием. О, черт. Клозер. Здесь вроде тихо. Замок сломан. И лестница. Лестница наполовину свисает с потолка. Даже если я встану на стол и вытяну руки, я не смогу достать. Если бы у меня было что-нибудь, чтобы зацепить ее. Да, но у меня пока нет ничего подобного. Ну что ж, будем искать. Торговый центр все-таки. Здесь много всего интересного. Ух, как их много. Да, это то самое место, где мы звонили своему отцу. Да, телефонные автоматы и... Где-то здесь за нами шел детектив. Внимание! Уходя из комнаты, убедитесь, что свет выключен. Если он будет включен, это будет очевидно. Хм, подсказка. Тут выключатель сейчас включен. Выключить. Но при этом все равно что-то светит. Фонарик! Я взяла фонарь. Старый добрый фонарик. Еще немножко патронов и аптечка. Так, клозеры, похоже, немножко остали, но все же они нас постепенно преследуют. Так, туалет. Ой, ё-моё, какой он быстрый. Да, это тот самый туалет, откуда мы и начали игру. Я взяла отбеливатель. Там действительно кто-то есть? Все еще кто-то есть? Хм. Тут все в крови, но тут никого нет. Кто-то отвечал мне или померещилось? Да, похоже, кто-то лопнул от переусердия. Либо его засосало в унитаз. Какая отвратительная картина. Он полон грязной мутной воды. Похоже, его что-то забило. Убрать затор? Ну, попробуй. Forget it. This is way too gross. Who would even think of doing something so disgusting? И да, и это является пасхалкой ко второй части Silent Hill'а. Такой жесткий троллинг бедного Джеймса, который лазил своими ручонками куда ни попадя. И эта пасхалка работает только тогда, когда игра определяет, что у вас либо на ПК, либо на консоли есть сохранение второго Silent Hill. Если у вас их нет, вы не увидите эту пасхалку, ё-моё. Это было близко. Так, мужской сортир закрыт. Ох! Какой же ужас, а! Сколько же у вас на харде тут много? И мы попадаем в магазин одежды, где мы и убили первого клозера. Точнее, сама Хизер его убила. Всего лишь, кстати, 7 пуль, что очень странно. На самом деле, 7 пуль убить клозера нереально. А я взяла вешалку. И также здесь еще есть кое-что. Бронежилет. Что делает... бронежилет в магазине женской одежды. Эта одежда ужасно грязная, она заляпана брызгами крови. Она раньше не выглядела так. Что могло произойти? Хизер, а ты не заметила, что здесь вообще все ж... все забрызгано кровью и ржавчиной? А не только платье. Да, картина с туфлями практически не изменилась. Что это было?
Да, здесь все вокруг насквозь прогнило. Да, особо останавливаться и разглядывать интерьер нет времени. Мы как раз нашли то, чем можно подцепить лестницу. Вешалка, проволочная вешалка для одежды, которую я нашла в бутике. Так, и также мы нашли отбеливатель. Это штука для чистки унитазов. Думаю, у меня дома тоже есть такая. На бутылке написано «Опасно не перемешивать». Смешать это с кислотным моющим средством и получится ядовитый хлорный газ. Интересно, откуда Хизер это знает? Наверное, не раз дома промышляла подобным. Так, там у нас, по-моему, тупик, насколько я помню. Если посмотреть на карту, то Хизер отмечает практически все, то есть даже перегородки. Клозеры, на самом деле, действительно клозеры, они так и норовят мне преградить путь своими большими тушками. Очумелые ручки в действии. И таким образом мы попадаем на второй этаж. Что это? Почему эта штука здесь? Это не больница. Действительно, что делают носилки с трупами в супермаркете? Замок сломан. Что это? Телевизор? Папочка. Знакомая картинка. Особенно для тех, кто играл в первую часть Silent Hill. Только что мы видели Шерил. Собственной персоной. Так, здесь у нас обрыв. И, кстати, его мы также видели в торговом центре. Кто-то здесь опять ходит. Клозер. Его, кстати, придется мне убить, так как он мне не даст почитать то, что там написано на двери. Давайте попробуем замочить его ножом. Там собака. Черт. А, все теперь усложняется. Доги. Ты не хочешь покушать миска? Так, ладно. Спрячемся пока в сортире. Кстати, это, по-моему, мужской туалет. И в нем ни черта нет. Возможно, это, конечно, Хартин. В нем ни черта нет. Да, похоже, я зря только просрал кусок мяса. Да, убивать собаку ножом – это плохая идея. Что ж, придется тебя, сволочь, застрелить. Ух ты! В полете. Долби ее ногой быстрее! Нет! Встань. Наконец-то. Да, как вы могли заметить, монстры здесь намного агрессивнее, чем в предыдущих частях. Ой, мне придется тут потеть. Так, я же хотел поставить нож. Где ты, сволочь?
Блин, опять я потратил кусок мяса. Кажется, Клозер застрял. Хотел сказать удачи. Нет. Так. Я запутался в управлении. Давай. Сильный удар ножом в задницу. А ножки у нее явно женские. Да сдохни ты уже. Мне кажется, что я иногда не попадаю. Умри, сволочь, наконец-то. Что, еще не все? Я аж запыхался. Хизер, пора заканчивать. Кушать печенюшки. Ресторан? А, да. Хот-дог. В прямом смысле этого слова. Это жареная собака. На кой черт кому-то могло понадобиться делать это? К тому же, кто, черт возьми, стал бы это есть? В собачьем животе что-то есть. Я взяла жареный ключ. Жареный ключ. Ужас. В конце концов, это просто жареная собака. Я не могу позволить этому меня напугать. Ну да. Жареная собака. Скорее всего, это опять же отсылка к чему-либо, скорее всего, к какому-то фильму, но я не помню, в каком фильме это было. Ряды бутылок с вином. Я как-то не собираюсь есть и пить всякую дрянь из альтернативной реальности, лады? Ну, лады, Хизер, уговорила. Аптечка. Из кастрюли исходит отвратительный запах. Я думаю, лучше держаться подальше. Из окна можно увидеть соседнее здание. Хизер, может, проще было бы выпрыгнуть в окно, чем пробираться через весь этот кошмар. Жареные собаки. Это очередная отсылка к первой части Silent Hill. Там тоже были обгоревшие собаки. Здесь собаки, похоже, тоже обгоревшие. И к тому же у них еще и голова разрублена на две части. Только здесь они немножко, по-моему, еще в бинтах. Что у нас с запасами? Мясо у нас, конечно же, закончилось. Да. Давайте съедим одну бутылочку. О, нет! Отойди! Куча расшлёных манекенов. Патроны для пистолета и что-то еще. Да, короче, нахрен, как это можно все прочитать? Я не убью всю эту троицу. Как бы я ни старался. Ну, не ножом же ведь. Кто тут пищит? Очень темный, страшный коридор. Мать вашу, давайте посмотрим карту. Так, я прошел через комнату, вышел здесь. Проверим остальные двери. Твою мать. Ай, блин, я играю в одном ухе, и на самом деле тут все в стерео, и я просто реально не слышу иногда, что творится в правом ухе. И меня этот Клозер просто реально испугал. Я взяла грецкий орех. Здесь раньше был грецкий орех. Это похоже на антикварный магазин. В прошлый раз, когда я была здесь, там было симпатичное серебряное кольцо. Хе, облом, его нет. Ха, ювелирный магазин, кольцо. Ну, это очередная отсылка. Я не буду повторяться, к чему. Вы и сами должны догадаться, я думаю. Лифт не работает.
где этот чертов клозер? Да, запихать клозера в узком коридоре, это, конечно, блин, хорошая идея разработчиков. Быстро-быстро я использовал жареный ключ, и жареный ключ приводит нас в кафе. Я взяла стальную трубу. Стальная труба это, конечно, неплохо, но все же недостаточно для того, чтобы противостоять этим монстрам. Да, кстати, давайте почитаем орех. Это здоровый грецкий орех с витрины ювелирной лавки. Кстати, можно одеть бронежилет. И тогда мы будем медленнее бегать, но зато получать немного меньше урона. Даже не знаю, нужно нам это или нет. Ну, давайте поставим. На стене меню, похоже, тут было кафе. Да, в принципе, и так можно было об этом догадаться. На лавке стаканы и тарелки. Что? Но тут действительно нет ничего важного. Ну, ладно. О-о-о! Вот эти твари, которые так режут слух, они называются маятниками. Если я их смогу разглядеть, то вы поймете, почему они так называются. А, я взяла моющее средство. Да, как раз его нам и не хватало, чтобы провести урок химии. Давайте изучим его. Моющее средство. На бутылке написано «Опасно не перемешивать». Смешать его с хлорным отбеливателем, и получится ядовитый хлорный газ. Давай, Хизар, дерзай. Так. Куда мы попали? Так, мы прошли здесь, здесь. Здесь у нас, насколько я помню, проходы перекрыты, и у меня нет туда желания возвращаться. Слишком много различной живности. А, что это за звук? Ах да, это вентилятор. Это всего лишь вентилятор. Хоть и выглядит достаточно зловеще. Замок сломан. И рой бабочек. Я не собираюсь идти дальше, это слишком жутко. Должен быть выход, я не могу их всех затыкать по одному. Какой-нибудь инсектицид помог бы. Ну чё, есть нож, могла бы и затыкать. Пусто? Ну что ж, давайте немножко похимичим. Совместим. Отбеливатель с моющим средством. Но ведь вентилятор работает. Бессмысленно смешивать это сейчас. Ну, какая умная Хизер дает подсказки, чтоб я не задумал. Не знаю, что это за выключатель, но он включен. Конечно же, он выключает вентилятор. Пока здесь пусто. Так, не изучить, а совместить. Совместить и использовать. Ужас какой, Хизер. Можно было и соблюсти немножко меры какие-то предосторожности, что ли. Или она сама не ожидала такого ядреного эффекта. А, выключатель давайте включим. А, ну и сразу же выключим. Я думаю, что наши бабочки уже подохли. Я использовал это раньше, чтобы создать газ. Лучше не совать туда голову. Не совать туда голову? А, кто знает, что там осталось. Ну не зря Хизер блондинка, в принципе. От нее все можно ожидать, что она может и в мусорку, и голову засунуть.
Так, длинный коридор. Кто-то где-то в соседней комнате страдает, похоже. Либо у кого-то несварение желудка. Камера здесь, кстати, более отзывчивая, чем раньше, и это радует. Три пачки патронов. Похоже, нас чему-то готовят. И вяленая говядинка, на этот раз я ее не буду. А, она сразу поставилась. Интересный момент. Ну ладно. Главное опять случайно все не потратить. Так, я правильно направляюсь-то хоть? Да, похоже, что правильно. Эти двери я еще не тыркал. Так, понятно. Ребят, дайте я проверю все остальное, а потом вернусь к вам. Кто-то здесь стонал, и нужно проверить. Возможно, кому-то нужна помощь. Почему эта штука здесь? Да. Хотел бы я знать. Блин, что это было? Похоже на маленькую комнатку, в которой стоял Клозер. Ну, в общем, все как обычно. Здесь у нас непроглядная тьма и обрыв. Где эта вращающаяся тварь? Носилки, собаки. Комната пыток. Здесь какие-то тиски. Комната, опять же, никак не подписана. И у нас есть орех. В скорлупе ореха нет ядрышка, а только драгоценный камень. А, я взяла лунный камень. Да, Хизер только что раздавила чей-то орех. Так, кровь. Это пятно на носилках с ремнями имеет форму человека. Я даже думать не хочу, для чего эта койка использовалась. Решетки, кандалы. Этот рисунок выглядит так, будто был нарисован кровью. Спорю, что это какой-то проклятый символ. Неудивительно, что когда я смотрю на него, у меня так болит голова и становится так плохо. Магазин спорттоваров. Да, оригинально, конечно, что магазин спорттоваров выглядит как комната пыток. Хотя, возможно, для кого-то, кто любит печенье, спорт и есть самая настоящая пытка. Замок открыт. О, нет. И опять все по кругу. Похоже, нам нужно возвращаться в самое начало. Все перекрыто. Вот он. О, не понял. Вас же здесь не было. Тварь. Надо было тебе здесь поставить, а? Прям в проходе. Да блин, она мне пройти не дает. А, ну да, здесь же этот. Здоровый черт.
Нет, не угадал. Может быть, это? Есть. Надеюсь, хоть здесь никто не появился. О, кстати, здесь я, помню, не сохранялся. Ну ладно, Хизар все равно не дала никаких комментариев. И мы, в принципе, недавно сохранялись. Хотя... Я вот не помню. Но, по-моему, скоро будет... босс. Так, здесь мы всех пришили. А где трупы? Трупы куда-то пропали. Ха, кстати, заметьте, над дверью нарисован нимб солнца. Только он как бы либо выцвел, либо нарисован синим цветом, либо черным. Заперто. На двери красный полумесяц и круглое углубление. Еще что-то написано тем же красным цветом. Объединяя вместе 300-й день и ночь, из-за двери слышны крики боли. И точка назначения стала реальностью, хотя и неблагословленным началом. Хм, что за 300 дней? Ладно. А, лунный камень. Это просто вид камня, он вовсе не с луны. Он почему-то был внутри грецкого ореха. Где мы находимся? Третий этаж. Путь у нас только один. В самый низ. Да, мы можем посмотреть, как бесятся собаки, которые не смогли меня загрызть. И это первый босс, огромный червь, который напоминает, ну вы сами можете догадаться, что он напоминает, но также он напоминает и того самого червя из первой части, которого тоже раздваивалась голова. Босс на самом деле простой. Главное не тупить, хотя он может и одним своим приемом убить с одного удара. Так, что у нас с патронами? Главное, чтобы нам хватило патронов для пистолета. Так, лечиться нам вроде тоже нет никакой необходимости. Личинка, давай шустрее.
него есть еще один неприятный прием в арсенале. Он как бы бьет головой своей о пол, вызывая тем самым землетрясение. Ну вот, наконец-то ускорился. Видать, ему хреновато немножко стало. Спасибо камере, она нам немножечко подсказывает, с какой стороны он будет вылазить. Кстати, в первой части Silent Hill мы также в торговом центре бились с личинкой. Больше трех выстрелов делать нет никакого смысла. Дальше он просто не получает никакого урона. Да, пора уже сдыхать, наверное. У меня уже патрон так скоро закончится. Ах ты, сволочь. Напоследок все-таки долбанул по полу. Но это его не спасло. Да, торговый центр вдруг опять стал нормальным. И здесь практически закрыты все двери, нет никакого смысла в них во все ломиться. Единственное, что здесь открыто, это Happy Burger, где в самом начале наша героиня задремала. Да, это то самое место, вот мы отсюда вышли, потом прошли туда, там мы звонили. И в этих же местах мы бегали в альтернативном мире. Кстати, в Happy Burger как раз, по-моему, была та самая лестница, которую мы подцепляли вешалкой. Аптечки, патроны. И немножко мясца. Хизер, не пора ли перекусить? Здесь я недавно спала. Кажется, я только что просрал кое-какой комментарий Хизер из-за того, что дернул стиком. Просто в игре есть такие комментарии, которые появляются только один раз. И если вы их случайно пропустите, то повторно они уже не появятся. И как раз здесь был один дополнительный комментарий. Но я примерно скажу вам, в чем суть. Она говорит, здесь я спала и видела кошмар. Но, возможно, я все еще здесь сплю и продолжаю видеть этот кошмар. Надо быть в следующий раз более осторожным. И чтобы не пропустить что-нибудь интересное. Heather. It's you. What just happened? You must be one of them. What did I do? And what do you mean by one of them? You're in on this with that Claudia, aren't you?
Claudia? What about her? She asked me to find you, that's all. So you are one of them. Claudia did all that? Look, I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? And that monster, what the hell was that? I don't know any more than you do. All I know is that things are getting really screwy around here, and I got a weird feeling it's got something to do with me. Maybe you're just an innocent bystander, but I can't feel sorry for you because you dragged me into this. You know, if you hadn't found me... What are you talking about? What's so special about you anyway? If I knew that, I wouldn't be so confused, would I? But I know there's something. Something I've been running from and forgot for a long time. Remember that. What's wrong? Nothing. Where are you going? I'm taking the subway home. What should I do? Hell if I know.